Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Квес, и сегодня я начну свою, вообще не новую рубрику, я раньше делал видео по этой игре Street Legal Racing Redline, в которых я делал Skyline R34, то есть собирал по частям. В общем, там у меня, конечно, не корч получился, а чисто машина, на время, чисто вот как дрэг. В этот раз я решил сделать дрифт корч, а именно из Hachiroku, то есть Toyota Sprinter Trueno E86. Да. И из нее я решил сделать вот дрифт корч, прикольно, чтобы у меня дрифт был круто. И первое, опять же, как и ранее, кстати, я обязательно оставлю ссылку в описании на плейлист, где были старые видео, там я, конечно, много тупил, там даже один выпуск был, когда я там двигатель собрал не совсем правильно, и там я еще дополнял, да. Теперь я еще буду так же, как в BMG, скорее всего, делать какие-нибудь прикольные вставки с монтажиком, там что-нибудь красивое, там дрифт, уже, наверное, скорее всего, как машина будет готова. Тут как бы, что вот эта хрень-то не может дрифтить. Ну ладно, начнем мы с подвески, конечно. Именно с ходовой части. У меня версия... Вот честно не помню, какая у меня версия Street Legal Racing, но... В общем, ладно. 2.3, кажется, не помню. Ладно, тут получается у нас Suspension, и вот здесь вот у нас Factory, а здесь просто, Suspension... То есть тут весь прикол в том, что заводские у нас детали здесь их и гораздо больше, то есть здесь выбор есть там же, получается обычные стоковые детали. То есть так, Factory, здесь я какие, так как мы делаем дрифтовую машину, нам нужна машина низкая, так поэтому вот эти вот Sunstrip, вот эти вот покупаем. Так, это какой-то передний правый. Так, вот он, Sunstrip. И последний, задний. Далее у нас идет... вот здесь уже заводские... Там заводские не очень, потому что ни о чем на самом деле. И эти тоже не очень. Поэтому тут я уже хожу на обычный, получается, как старый, что ли. Но это еще со старых версий. Так, опять же, машина у нас должна быть низкая. Тут специально дрифтовые есть. Амортизаторы. Сразу берем 4 штуки. Тут как бы нет смысла. Задние такие, передние такие. Нормально идет. Пружины нам нужны небольшие. Так, какие же взять? Не больше 6,5 точно. Видите, вот он показатель. Это показатель жесткости пружины. Ньютон на метр. Так, какие же взять? Мне нужны специальные дрифтовые. Слушайте, я не помню, какие дрифтовые. Я просто собирал уже дрифт. Слушайте, 7,5 жесткость. Честно говоря, даже не знаю. Надо, не надо. Пойдет. Да, краткая повестка жесткая. Хотя, мне кажется, все-таки это Street Legal Racing Redline. И я не удивлюсь, если моя машина все равно будет немножко подпрыгивать на поворотах. Так, типа, все вставляем. Так, вот такая у нас картина получается. Вот он. Наша, собственно, ходовая часть. Немножко сделана. Кстати, бак немного, то, что, как видите, он как... Вот нужно, по идее, занизить, но не могу, он
Не касается, это не то. Ладно. Так, далее нам нужна тормозная система. А, так как, опять же, машина дрифтовая, нам нужны передние тормоза помощнее. Вообще, в принципе, в любой машине тормоза передние не помощнее стоят. А, ну, так скажем, побольше. Задние, я не знаю, какие, честно говоря, даже взять. Наверное, может, на 300 дюймов. Ой, блин, 300 дюймов, сейчас сказал, 300 миллиметров взять, не знаю. Или вот золотые на 330. Даже не знаю. Потому что передние на самом деле такие вот эти хорошие. Так вот эти вот, которые 380 миллиметров. Наверное. А давайте вот задние послабее немножко возьмем. Я вот еще не пробовал такие брать. Я обычно сразу золотые беру. Давайте попробую поменьше. Может быть, получше машина будет сносить. А, ну и эти суппорта. Брембовские. Вот эти вот я всегда беру. Я точно не знаю, по-моему, они тут все абсолютно одинаковые, просто то, что разные бренды. Мне нравится Brembo, собственно, потому что, ну, Brembo, они вкус в каждой гоночной игре практически. Так, вставляем. Так, я же, да, правильно поставил. Так, машина, не прыгай. Так, все, суппорта поставил. А суппорта это них. Ого, крышу помял. Ладно. Это где у нас, собственно, находятся колодки, которые тормозят сам этот диск. Он крутится как бы вместе. О, господи. Вместе с колесом. А суппорта, в них находятся эти колодки. Они сдавливают диск. И, да, по-моему, ну, если я не ошибаюсь, да, не ошибаюсь. Да. Так, сразу чиним машину. Ага, интересно, а почему ты не можешь починить машину? Ну, блин, мятина в крыше, это так, это фигня. Ладно, все равно, не волнует. Далее, идем, нам нужны какие-нибудь красивые диски. Будем брать на 18 дюймов и низкопрофильную резину. Так, какие же взять? Какие-нибудь красивые хочу такие. Во, вот эти мне нравятся, в принципе. Хотя, может, что-нибудь другое купить, не знаю. Что-нибудь подтроено. Что лучше подойдет, даже не знаю. Не, я их возьму, мне они нравятся. Они клевые. Так, ну и, собственно, резину. Резина низкопрофильная. Так, сколько? 18 дюймов. 18 дюймов. Какую же взять? Так, ну размеры у них одинаковые. Это что, вот, что та, что другая. 255 на 20. А 255 это ширина шины. А 20 это толщина получается. Так. Ну, это, в смысле, тут имеется в виду миллиметры. То есть, это, блин, не сантиметры, там не метры, а именно миллиметры. То есть, 25 сантиметров, 25,5 сантиметров – это шина в ширину. И 20 миллиметров – это толщина шины. Ну, 2 миллиметра, ой, 20. Ну, достаточно мало. То есть, ну, такая хорошая низкопрофильная резина. Так, а тут у нас... Вот понятия даже не... Чем они вообще отличаются? Ага, так, значит, вот эти лучше. Так, я, кажется, лишнюю купил, ну ладно. Не суть. Да, лишнюю купил. Так, все. То есть, видите, вот как прикольно получается. Такая шина прям тоненькая. И диск выпирает так немного. Когда машина еще потяжелее станет, они, ну, когда все детали будут, уже двигатель, задние колеса, по идее, должны чуть-чуть угладать. То есть, будут наклонены немножко. Не сейчас видно, что чуть-чуть под наклоном. Будет еще повыше наклон. И, в принципе, пока что все. В принципе, вот она вся ходовая готова. Машина почему-то не чинится. Да ладно.
Ну а вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите продолжения. В следующей серии мы будем собирать уже основные детали. То есть там, в общем, собирать, то есть капот, бампера и прочее, и интерьер. Еще раз, с вами был Квест, я прощаюсь с вами.